Еще раз говорю, это адреса домов, которые жители будут обзванивать и выяснять их мнение. Вопрос такой. Смотрите, сколько народу собралось. Хотят все с вами поговорить. Перенесите в Баку собрание. В Баку зала нет, к сожалению. Мы входим в другое место, потому что народ хочет вас увидеть и посмотреть. Ваши глаза и сказать. Когда? Зачем еще? Где это будет проходить? Мы определимся тогда где. Не, ну, видите, что творится. Принцип того, что люди остаются в районах, он четко будет соблюдаться. То есть, то, что распространяют слухи, что поедут в Новую Москву, никого не слушайте. Если вы жили в районе аэропорта, вы в районе аэропорта и останетесь. Обещали платные стоянки дальше Садового не выводить. Где они сейчас у нас? Да приду. Вы сейчас про стоянку не говорите. Да. Что имеется в виду? Внутренняя отделка квартир. Да? Это будут улучшенные полы, стены, потолки и сантехника. Скажем, чтобы было понятно. Если жилая двухкомнатная там 44 метра, то и в новой будет две комнаты не меньше 44 метра. Соответственно, нежилая площадь будет больше. Ну, как правило, в пятиэтажках меньше. Не надо комментировать, чего вы не знаете. А вы знаете? А я знаю. Да. Значит, нежилые помещения в новых квартирах, они больше. Это имеется в виду и кухня, и холлы, и санузлы, да? Если жители пятиэтажки, которые идут под снос, стоят на очереди на улучшение жилищных условий, вне зависимости от срока, они получают квартиры по социальным нормам, то есть 18 метров на человека. Так, давайте мы митинг не будем устраивать. Мы проведем еще одну встречу. Надо будет две проведем. Задача стоит провести реновацию пятиэтажного жилого фонда в тех домах, которые, жители которых этого захотят. В каждом доме, который жители изъявили желание все-таки участвовать в программе, будет проводиться голосование, чтобы выяснить мнение каждого жителя этого дома.